по просьбам трудящихся, я тогда сейчас вам как бы уже такой, как тайминг у нас начинается. Я сейчас вам спою тогда песню «Блондинки». Танечка, вот вы на звуке, вы мне сделаете такой хольчик, я сейчас буду петь живым звуком, как Филипп Бедросович Киркоров. Акапелла. Замечательно. Она такая очень романтичная, такая нежная натура. Песня «Блондинки». Сейчас у меня 2 минуты осталось. Переключиться. Летают в небе птички, мукашки и жучки, кузнечики и синички, и вот такие вот дурочки. Но я им всем не рада, и кайфа не ловлю. Меня отдали замуж. Да у кого нет. Важный и богатый торгует нефтью он. Ему лимон зарплаты приносит почтальон. Он ездит на Феррари, на яхте возят его. И лишь на мне не может он сделать. Значит, я тебе здесь был нужен. Молодец. Я целый день скучаю, а ночью так вообще. А он не замечает печальный ход вещей. Он думает про бизнес, он видит его во сне. А я вчера впервые забыла при луне. Дедушка волшебный, мой милый Дед Мороз, принес бы ты мне мужа другого, а это... Но только его деньги пускай останутся. А я тебе 20%, поклонца 30%. Все! Да, 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 да.